Обвалення з верхньої частини фасаду чотириповерхового будинку сталося вранці у понеділок на Ольгіївській, 17. Фрагменти ліпнини впали на тротуар і проїжджу частину. У результаті інциденту ніхто не постраждав. Зі слів мешканців будинку, це вже не перше обвалення. В прошлом году на нашу машину упал большой. Машина стояла прямо вот где вот сейчас она. Вот здесь вот стояла, как где я стою. Упала машина. На машину упал прямо на крышу, разбило стекло лобовое. И ходили в ЖЭК, жаловались на него. Но он сказал, обращайтесь в суд, начальник ЖЭКа, что он ничего не может сделать. Как бы не надо здесь ставить машину. Звонили Гройсману на горячую линию в тот момент, когда у нас это все случилось. Мы звонили и писали к мэру, писали за два заявления, мы писали ему в приемное отделение, его в приемную. Ну и все, пока. В прошлом году или в этом году, я не помню, приезжала пожарная и чуть-чуть сбивала немножечко. Но, видите, безрезультатно. Жителі дому надалі звертатимуться до депутатів та чиновників, вимагаючи капітального ремонту архітектурної пам'ятки.